Более 500 китайских компаний намерены участвовать в выставке «Астана-экспо-2017». В Астане прошла встреча главы нацкомпании Ахметжана Есимова и председателя комитета по содействию международной торговли КНР Дзяна Цинвэя. По его словам, 223 провинции и более 500 компаний готовы принять участие и провести бизнес-форумы в рамках международной выставки. Представитель Китая отметил, что это заложит хорошую основу для встречи глав обоих государств на открытии экспо. Кроме того, тематика мероприятия, как уверяет Дзян Цзинвэй, позволяет казахстанской стороне показать важную роль в развитии мировой экономической интеграции. На сегодняшний день около 20 глав государств подтвердили свое участие в открытии нашей выставки. Поэтому мы, как я уже сказал, завершаем подготовительный этап. Со своей стороны готовы оказать любое содействие, чтобы китайский павильон получился одним из самых лучших.